Зал зарядья решили построить в уникальном для Москвы месте. У самого Кремля, на берегу Москвы-реки, у стены древнего Китай-города. И новый проект должен был стать настоящим архитектурным шедевром, чтобы соответствовать месту. Его задумали как зал-мечту. С новейшими инженерными системами, неповторимой акустикой и потрясающим парком по соседству. Новому залу предстояло стать одной из главных точек парка зарядья. Он появился на месте снесенной гостиницы «Россия» по решению президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Лучшие архитекторы работали над этой задачей. Как результат, парк стал настоящим украшением центра города. А филармонический зал зарядья — новой архитектурной жемчужиной. Его здание плавно вырастает из красивого холма, словно выглядывает из него. Внешняя половина зала выглядит удивительно легкой за счет прозрачной крыши с плавными формами и сложным остеклением. Фасад здания также с прозрачными стенами завершает образ изящного, наполненного светом пространства. Главная сцена нового зала — еще один шедевр, на этот раз инженерный. Пространство зала легко трансформируется. Ступенчатые зрительские ряды классического амфитеатра при необходимости опускаются вниз. Пол выравнивается в один уровень с плоскостью сцены. Сложная конструкция из 31 подъемной площадки трансформирует зал всего за 40 минут. Это делает зарядье уникальной площадкой, способной адаптироваться под самые разные выступления и постановки. От классических форматов до современных. Создание зарядья было похоже на изготовление музыкального инструмента, который должен звучать просто идеально. Эту задачу решали японские специалисты по акустике во главе с маэстро Ясухисой Тойотой, автором более 50 проектов лучших мировых театрально-концертных площадок. Специально для зарядья команда Тойоты создала уменьшенную копию зала в масштабе 1 к 10. В течение полугода внутри этой модели ставились акустические эксперименты, чтобы найти идеальную схему распределения звука. Копию зала Тойота наполнял специальными куклами со встроенными датчиками, которые располагались на зрительских местах и улавливали все нюансы движения звуковых волн. Как результат, для зарядья были изготовлены более 15 тысяч акустических панелей из красного дерева, каждая весом от 150 до 600 килограммов. Новый зал в зарядье не имеет аналогов в России. Он встает в один ряд с лучшими мировыми концертными площадками. В нем оборудованы два зала, большой и малый, общей численностью около 2000 мест. Специально для зарядья французские мастера изготовили уникальный орган, самый большой в России и один из крупнейших в Европе. Его форма идеально вписывается в концепцию большого зала и делает орган одним из главных украшений зарядья. На фасад зала зарядья выведен цифровой экран, один из самых больших в Москве. Посетители парка смогут наслаждаться трансляцией концертов прямо на свежем воздухе. Россия и ее столица получили уникальный современный мультифункциональный концертный комплекс. Труд его создателей и результат, которого они добились, уже получили самые высокие оценки лучших мировых профессионалов.